снова всем здравствуйте. У нас открытие сезона начинается. Сезон с магнитом у нас провалился. Мы его чуть не утопили. Сейчас вылезли в Косогор с Вованом. И вот тут мы долбим уже. Что-то там попалось. Что такое? Непонятно. А, понятно. Понятно. Земля еще мерзшая, мерзлая. Так что вот такие пироги у нас. Работаем мы с МД-40. Сигналы есть. Что внизу, мы не знаем. А находимся мы там, где сок берем. Так как мы первый раз поставили сок, у нас ударили заморозки и до сих пор не отпускают. Это четвертый день, наверное, или третий. Ну, около этого. Все стоит. Вот сейчас две бутылочки набрали. И решили здесь с миноискателем пройти вот с этим, с МД-шкой. И вот накидали уже нам килограмм 5. Греемся заодно. Потому что прохладно, ветер холодный. А мы роем. Роем и копаем. Ну, как-то так. Будет что интересное, покажем. Такая вот, привод, такая вот там труба всплеснулась. Ну, хорошо, земля хоть не мерзла. Здесь шлак в перемешку с землей. Вот мы ее отсюда и трилюем. Ломика нет, уже давно вытащили. Ну, в принципе, да, на разведку же, без всякой бяки поехали. Болгарку сейчас принесу. И разбабахаем ее, и все. Копаем дальше. Не поддается нам эта труба. 7 метров уже откопали. Тут уже мерзлая земля пошла внизу. Вообще не хочет ничего долбиться. Так что мы ее пробовали уже машиной дернуть. Бесполезно. Сколько у нее там метров в этой трубе, одному богу известно. Пробовали распилить. Аккумуляторы у нас сдохли. 2 свежих аккумулятора, 3-й вообще кончился. И все, олимпиада кончилась. Мы это все сейчас закопаем и поедем по домам. Вот такой наш первый день. Неудачный.